Вечером 23 сентября на площади Капашвара перевернулся автомобиль скорой помощи. Это случилось после столкновения скорой с иномаркой. По предварительным данным, Ford Focus двигался через площадь в сторону вокзала на разрешающий сигнал светофора. Скорая шла на перерез со стороны улицы Дарвина в сторону проспекта Победы. По словам очевидцев, иномарка не предоставила преимущества в движении автомобилю скорой, который шел с включенными проблесковыми маячками и с сиреной. Скорость медицинской машины была небольшой. Тем не менее, после удара автомашины Ford медики перевернулись. В карете скорой никто не пострадал. Мало того, выбравшись из повалившейся на бок машины, медицинские специалисты поспешили на помощь тем, кто находился в Форде. В госпитализации нуждалась пассажирка иномарки. Мы еще раз напоминаем автомобилистам Твери: будьте внимательны на дороге, пропускайте спешащие на помощь автомобили скорой. На улице Серебряная областной столицы «Жигули» седьмой модели сбили пожилую женщину. На место выехали бригады скорой помощи и подразделение пожарной охраны. Легковушка шла со стороны улицы Вакжанова и повернула на Смоленский переулок. Водитель уверяет, что стал объезжать лужу, не справился с управлением, машину развернуло, и она задом врезалась в опору уличного освещения. Рядом находилась пожилая женщина. Вы видели эту женщину? Да, видел. А вы откуда ехали? Я ехал со стороны вот оттуда, начал поворачивать. По Вакжанову по улице, можно, да? Так, и поворачивали туда? Поворачивали. И вот тут лужи, как раз на луже я словил колею, начало заносить машины, я оттуда вырулил, меня развернуло, я летел в столб и задел бабушку. А бабушка откуда шла, куда? Честно, я не видел. Не видели ее, да? Нет. Вы за рулем-то давно? Да. Сколько? Вот точно есть. Молодой человек на вопрос патрульной службы не сказал правду. Может быть, за рулем он и год, но права получил всего 3 месяца назад, в июне 2021 года. К тому же сотрудники ДПС просили отметить, что все стекла автомобиля были крепко затонированы. По словам очевидцев, травмированная пожилая женщина лежала на пешеходном переходе. С места происшествия она была экстренно госпитализирована с серьезными травмами. По нашим данным, пострадавшую ввели в состояние искусственной комы.